Всем привет, с вами Элис, добро пожаловать на мой канал. И перед тем, как мы начнем наше видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Итак, этот влог я решила начать с того, как мы летим в самолете. Окей, шикарно. Я снимала это видео достаточно долго, дней так 10, а может быть и 15, потому что у меня действительно была проблема с глазом, и сейчас я вам об этом расскажу. Хорошо, что это в прошлом, и можно про это забыть, как страшный сон. Итак, сейчас я приехала в Ашан, а по-французски это читается как Ошан из-за птички. И я приехала сюда снимать охоту на кукол. Сейчас спускаюсь на первый этаж, чтобы посмотреть, что вообще есть тут, и прикупить что-нибудь вкусненького. А знаете чего, я не верю, что тут конверсы продаются по 30 евро. Офигеть! В любой магазин зайдешь, и они будут стоить там около 70 евро. Ну, переводите там на рубли, как вам уже проще. А тут за 30, это, ух ты, дешево. Если честно, мне даже не верится, что это настоящий оригинал. Ну да, они реально настоящие. Шок. У моей мамы есть такие красные. И, возможно, я сейчас посмотрю что-нибудь тебе. Раньше они стоили 40 тут, а сейчас 30. Ого. Но если выбирать, я бы хотела либо такие вот розовые, потому что розовый сейчас в большом-большом тренде, или же в тренде, или такие вот белые. Потому что белые это стандарт, подходит подо все. Мне кажется, надеюсь, это не зашквар. Переворошила я просто все и нашла такие вот высокие. Ну, правда, непонятно, немножко они мне велики. А эти немножко малы, и я просто не врубаю, чего, как они, может, разносятся. Эти вот поменьше. Вот эти, мне кажется, прикольные. У меня сейчас потрясающее чувство. Вот я схуднула немного вот этим летом. И теперь вот эти вот шорты с меня слетают. Чего? Просто ужас. Помню, тем летом они у меня были просто малы. Капец. Я решила плюнуть на эти конверсы. Потому что нафиг мне нужны кеды. Если уж покупать, я считаю, надо, наверное, кроссовки какие-нибудь. К тому же у меня столько обуви, что лишнее мне уже будет как-то реально лишнее. Обычно, когда я прихожу в магазин, я снимаю то, что-то фотографирую, сижу в Wi-Fi, если он есть тут, и нахожу какое-то место, сидушку, и сажусь, и читаю. В данном случае сейчас я читаю на телефоне Обломова. Обожаю, люблю, на самом деле. В чем-то я даже нахожу себя, когда читаю. Где-то полмесяца записывала это видео. Так что вот, вот он Обломов. Сейчас, судя по всему, не найду тут места и буду просто снимать. Так что давайте со мной оставайтесь. Итак, я только что подключила карифуровский Wi-Fi и сейчас буду залипать в своем инстаграме. Кстати, у меня их два, так что подписывайтесь на Belivix TV и на Belivix.com. Ой, интернет закончился. В общем, ссылки на мои инстаграмы и также другие социальные сети будут в описании под этим видео. Короче, я потерялась. Я хочу немного кушать. Я приехала в субботу, типа, ну, дегустации. Вы давайте меня покормите немножечко, пожалуйста. Таких дегустаций нет. Хо-хо. И я хожу такая, какие вкусные тортики. Какие вкусные, все вообще шикарно. О, вкусненько. Итак, я уже вернулась. И сейчас я сделала, типа, татуаж бровей. Сняла видео, не знаю, было же или нет на канал. И вот, сейчас, впрочем, жду 20 минут. И буду смывать. Мне интересно посмотреть, какой будет результат. Пока что я выгляжу... Жесть как. А еще безумный ветер, и у нас впервые за все лето, если не за весь год, был дождь. Мне, знаете, еще надо румяна сделать вот тут такие вот кружочки, и я точно буду крутой. Кстати, я покрасила не только брови, но и ресницы. Вот как ресницы мне пока что очень нравится, потому что мне, как мне кажется, мне идет вообще тушь и неплохо смотрится. Итак, вот я уже смыла этот татуаж, и посмотрите, как у меня все прикольненько. В принципе, мне очень нравится. Я удивилась, что даже ресницы покрасились. Мне этого очень хотелось, потому что
тушью летом, ну, как-то не очень. Особенно, когда на улице плюс 30 градусов, вся эта тушь течет, и зачем эти проблемы? А так у меня теперь поразительные и бровки. Даже подкрашивать не надо, в общем, очень хорошо. И сейчас я уже переоделась в такую более домашнюю одежду. Пойду что-нибудь покушаю. Выложила видео на канал. Охота на кукол в Maxi Toys. У меня наконец-то отдых. Я тут пришла с пляжа и сейчас буду ужинать. Ох, ура. Ну, а я продолжаю свой влог из Франции. И сегодня мы посетили все магазины. Я снимала отдельное видео и показывала, что я там купила все-таки. Охоту я не успела сегодня снять, но есть повод приехать сюда еще раз. И вот сейчас я иду по главной этой улице, там как раз все магазины. А там, кстати, фонтанчики, но сейчас они, к сожалению... А, не, работают! Пошли купаться. А там есть каруселька, вы можете покататься на ней. Что-то там, по-моему, 2 евро стоит, я не помню. Ребята, приезжайте во Францию, и я вас покатаю, обещаю. Пишите мне. Нигреско, это самый дорогой отель. В разные магазины, и тут, то есть Эйрос, к сожалению, уже поздно достаточно, 7 часов, и через полчаса магазин закрывается. Так вот, я сейчас не буду снимать охоту на кукол, потому что я не хочу все делать таких беспашных торопях, и до следующего раза. Может быть, что-нибудь будет интересное, новенькое, сейчас посмотрим. Ну, а я вам пока не буду спойлерить, потому что, ну, вам тогда не будет интересно смотреть ход на кукол, да ведь? Я вам сейчас расскажу, посмотрите, за 20 евро Синдерелла достаточно дешево в Америке, ее не купишь за такую сумму. А еще мне тут приглянулась вот такая вот Хлоя, господи, я начинаю влюбляться в Барац, именно в Хлою, это вообще какой-то ужас. Ксена, ничего такая, мне нравится. Ой, там еще есть какие-то. Вот это мне не очень нравится. Кто она? Жасмин. Я как-то Жасмин спокойно к ней отношусь. И еще тут есть какая-то наркоманка. Рай, ладно, шучу, не наркоманка. Просто она такая стрёмненькая, как по мне. А еще Лала Лукси. Прикольная же, нет? У нее еще дополнительный аутфит есть. Я надёрла себе ногу. Капец, я не могу. Так, о, куколки, куколки, хеллоу. Ну ничего. Короче, ничего нового с того раза. А я-то думала, ща приеду. Покажу вам Garden Ghouls новых. И нет. Нет, нет. О, прикольненькая, прикольненькая, мне нравится. Клёвая. Кстати, сейчас намного лучше Барби и Брат стали выпускать. Я прям вообще тащусь от некоторых. Сколько же? Хорош же выпускать. Так, ладно. Фоткаю, записываю инстасторис. И пора, наверное, будет сваливать. Опять эта стрёмная чувиха. А вот эта симпотная. Дайте-ка угадаю, скажу, что она опять на меня похожа. Цены такие себе. Вот десятка. Мы приехали домой, и ух, не смотрите на этот ужас. И еще к нам пришла посылочка, которую я скоро буду распаковывать. А я сейчас пойду купаться, потому что я просто умру, я хочу купаться. О, как хорошо. Я так довольна, купила недавно чокер. Это, хотя уже мода с чокерами, конечно, заметно увядает, но все равно. Я купила, значит, 3 украшения за... 140 рублей. Я очень довольна, клёво, мне кажется. Я тут достала татуировки и буду делать, наверное, завтра, скорее всего, их, поскольку сейчас уже, ну, как-то неохота. Вот, и обязательно буду держать в курсе событий и покажу, что же у меня получилось. На самом деле, я очень устала, у меня даже немного раскалывается голова, но давайте по секрету об этом. Да. Почему бы нет? Я сейчас, скорее всего, пойду купаться и потом монтировать видео. Это тоже надо.
так пиццей пахнет, я хочу на пляж. Итак, многих все-таки интересовал мой глаз. Как вы видите, у меня сейчас нет никаких проблем, но в день отъезда у меня реально опух глаз. Когда я проснулась в этот день, прям перед отъездом, то есть вот через полчаса надо уже выходить, я как ни в чем не бывало пошла к зеркалу, и какой же шок меня там настиг. Я посмотрела в зеркало, увидела свой левый глаз, и просто, что это такое? У меня реально опух глаз, и непонятно из-за чего. За 2 дня до того, как он у меня опух, у меня, значит, немножечко был такой красноватый глаз, именно веки. В принципе, другие заметили, но я этого не замечала. И не думала, что как бы такое вот развитие будет, и у меня будут реально какие-то осложнения. Я реально везде ходила, и на меня смотрели люди, будто бы я инопланетянин. Я пыталась это скрывать как-то очками, например, солнцезащитными, но, понятное дело, даже они в магазине тебе не помогут. Это действительно было ужасно. Не могла ничего снимать, именно поэтому я очень задержала этот влог. Есть такие люди, которые по-любому напишут, ты что, больная, что ли, или что-то в этом роде. Причем очень даже непонятно, почему у меня произошел вот такой вот опухоль. Это у меня первый раз случилось в жизни, и я надеюсь, последний. Этот дурацкий опухоль проходил у меня 3 дня, и на 4-й, на 5-й дни у меня уже прошло все окончательно, и я наконец-то могла ходить, чтобы на меня никто не смотрел. К счастью, я это вытерпела и держимся. Не желаю никому такого. Что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилась эта часть влога, и вы оцените ее лайком. Также я для вас сняла очень много влогов, так что ждите в скором времени и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а также ставьте лайк под этим видео. И напишите в комментарии, как вы проводите лето и какая у вас погода. Be cool and crazy! Пока-пока!